Вот так, дети. Комета бесконечных возможностей. Каждые 300 лет она проходит над землей или отпачкая землю магии. И многие говорят, что она и есть источник магии. Бесконечный источник. Слушайте, как я, Сид Великолепный, расскажу вам историю о том, как остановили злую Гонквин, которая собиралась захватить себе магию кометы и подчинить всю ее мощь своим извращенным целям. Моя история начинается на опасной дороге в город Гун. Вот я вижу хитрого и ловкого Энди Фокуса. Отец, что они говорят? Не двигайся, Микки. Я собираюсь его забрать. We'll be right back.